Итак, ребята, остановился я прямо перед самым началом деревни. Вот, и вот оно, это дерево, про которое мне рассказывали непосредственно те, кто остался еще в живых, переехали в другие села. Вот, и они сказали, что в этой области как раз и были те самые бандюки, которые делили наживу. Вот именно про это вот мне засохшую березу говорили. Если найдешь, то это именно то место. Нашел я это место. Вот. Улица проходила у нас там и вон там. Две улицы. И если посудить, было так. Здесь порядок домов и здесь. То есть две улицы и всего-навсего два порядка домов. Но она была очень длинная. Протяженность ее была в 70 дворов, как мне сказали. Вот, так что деревня как бы еще девственна тем, что здесь мало кто шурфит. Вот. Пару комрадов я знаю, которые сюда заезжали, ковырялись, общался я с ними. Вот. Но из них шурфологи прям не ахти уж, извините, вы, ребят, меня смотрите. Но надо опыта набираться на шурфах. Едем дальше. Деревня здесь проходила двумя улицами. Сейчас мы едем по дороге. Здесь улица была основная. И по правую сторону, вот за этим леском, здесь, там были тоже еще одна проходная улица. Вот в этих вот кустах имеются домовые ямы. И здесь тоже, если приглянуться, то тоже имеются остатки фундаментов, бетонные, залитые. То есть это где-то уже в 60-х заливали. Всем, ребята, привет! Наконец-то я выбрался на долгожданный коп, а именно пошурфить. Созванивался я с ребятами, сегодня у нас выходной, суббота. К сожалению, никто не смог. У кого-то помидоры, у кого-то заготовки на зиму. В общем, получается так, что я сегодня буду копать один. В очередной раз один. Приехал я в одну деревушку недалеко от меня. Чем она интересна? Тем, что здесь в свое время, да, мне про нее рассказывали очевидцы, которые до сих пор еще живы, вот, и рассказывали про нее, ну, ужасные, можно сказать, истории, то, что здесь очень процветал бандитизм, то, что здесь очень много, возможно, находится каких-то схронов. Деревня практически еще девственная тем, что здесь, в принципе, только в этом году начали шурфить по монетам. Раньше в свое время здесь, если кто любопытный, есть у меня видеосюжет, где люди, которые здесь ковыряют, копают без металлоискателей, ищут клады. То есть определенные места копают, а именно вот здесь вот вдоль леса просто копают. Без всяких металлоискателей уже порядка 7 лет. Просто копают большие ямы. Так что вот этим мне и любопытно то, что возможно здесь и можно найти клады. Но я сегодня вышел пошурфить, то есть посмотрю, что находится здесь у нас непосредственно на местах, где стояли раньше дома. Деревня по живым очевидцам можно сказать, что не богатая была. Вот, зародилась она после революции. Вот, брошена она где-то после 70-х. Тем, что администрация просто прекратила здесь чистить дороги зимой. Вот, и из-за этого они, как говорится, съехали. Кто-то доживал свой век здесь. Неподалеку здесь имеется кладбище. Вот, так что сегодня зашурфимся и посмотрим, как жили после революции здесь. Богато, бедно. В принципе, шурф покажет. Мне тоже очень любопытно пошурфить здесь и посмотреть. Жалко то, что здесь было всего-навсего одно поколение. Вот, шурфы могут быть не богатые по находкам, я имею в виду по количеству.
Ну, время покажет, так что смотрим. Думаю, будет интересно. Если меня видите, значит, что-то у нас здесь все-таки отыскалось. Ну и все, продолжаем, смотрим. Итак, ребят, нашел я местечко, где можно поковырять. Здесь уже немножко кто-то чего-то ковырял. Щупом я своим прозвонил. То есть дом был большой, даже вон там хорошо проваливается. И решил просто прозвонить пока вверха. Пошвыряться на верхах. И вы знаете, первая монета, которую у меня здесь выпала, это вот она. Это 2 копейки 49-го года. Ничего особенного, я бы вам ее не показывал. Достал я ее только что из кармана. Вот из этой ямки вытащил. Но сигнал продолжался. И выкопал еще одну монету. И это у нас трешка. 3 копейки. Советские. Сейчас возьмем ее и посмотрим. Что герб поздний, так. 52-й год. Монетка 52-го, трешечка. Из одной ямки 2 сигнала было. И вытащил 2 монеты. Довольно-таки приятно. Приятно. Так что, наверное, в таком же режиме буду. Сначала верховые прозвоню, а потом уж продолжу шурфить. Продолжаем. Зачет. Итак, ребята, еще одна монета. Вот так вот она у нас вылезла. По размеру вижу, что пятачок. Ай, я по нему еще пошкребыкал, блин. Так, 5 копеек 54-го года. Лопатой я по ней хорошо засадил. Да уж. Ну ничего. Однозначно остаемся на этом фундаменте. Рассавить-таки прут. Пусть она не и прут. Лучше быть с синицей в руках. Вот такой вот пятачок. Забираем и продолжаем. Итак, ребята, монета советская. Подымал я еще двушку советскую. Ну, такая окаменелая. Но вот эту решил заснять. Чуть позже объясню, почему. 3 копейки 56-го года. Да, по-моему, 56-й или 36-й. Вот. Вот такой вот монитос. Я бы его не снимал. Банально, советики. Но когда пошел за камерой, свой взгляд меня привлекла вон та вон штучка. Круглая. И это у нас монета. Представляете? Кто-то здесь когда-то пытался что-то копать. Возможно, даже сигнал не нашел. Дожди прошли. Смыла с нее земелька. И это у нас советик. По размеру трешка. Но немного уже окаменелая. Ладно. Чистка покажет, как этот камушек у нас сходит. Фух. В принципе, нормально. Шурфлю вот такое количество всего-навсего. И уже, наверное, хорошее количество монет поднял. Сейчас посмотрим. Так, подняли уже 6 монет. Золото партии, но все равно приятно, приятно. Итак, ребята, я удивился тому, что здесь клещи. Только что упал клещик. Вот он, зараза. Где-то. Я в шоке. Честно говоря, в шоке. Я думал, они только по весне. Весной клещи. А оказывается, они вон что шпарят. Офигеть. Вот это, да, вот это номер. Теперь я буду вас с опаской копать. Блин-блинский, вот это да. Ищет место. Складку. Жировую, чтобы залезть.
Да уж, вот это да. Вот это номер. Будьте осторожны. Так что и летом клещи охотно попьют вашу кровушку. Ладно. Я думаю, что так пахнет, блин, горелым. Сначала думал, что горелый дом копаю. А оказывается, полчаса назад я вон туда вон бросил окурок в землю. Там была земля. И смотрите, что происходит. Так что, ребята, тушите бычки, даже когда бросаете в землю. Да и вообще бросайте курить. Нехорошее это дело. Вот это, да? Что-то меня прям удивляет. Вытащил я вот такой вот лом. Затем вытащил вон такой вот бензобак от мотоцикла. И теперь я задумался. Наверное, все-таки нужно смещаться куда-то. Возможно, это был пристрой к дому, сарай или что-то в этом роде, потому что и лопаты встречаются, и ломы. В общем, наверное, надо как-то вот в эту область, что ли, попробовать сместиться. Потому что вон там верховые тоже были советики. Здесь верховые. Вот туда углубился, нифига там ничего нету. Ладно, наверное, будем смещаться. Итак, ребята, я решил с того фундамента убежать, который давал мне советики. В принципе, нормальный фундамент, может быть, потом я на него еще вернусь, но на небе ни облачко вообще. Жарко, как будто середина лета. Возможно, уже бабье лето наступило. Вот, и я что, хожу в поисках нового фундамента, чтобы был тенечек, прохлада, вот, а то... По голове солнце ударит, и можно оказаться здесь. В общем, хожу я новое перспективное место ищу и прохожу мимо старых фундаментов. Взорванные, которые очень шикарно, очень здорово. Я думаю, может, на каком-нибудь сейчас остановлюсь, добью остаток дня именно на чьем-то старом фундаменте. Посмотрим, какие там были находки. В принципе, сейчас я подойду к ним. Вот, и вам покажу, что там, как, зачем и почему. Вот, так что в поисках нового фундика, чтобы были вот такие кустики, сижу я вот тоже кем-то пробованный шурф. Очень много обувки здесь, очень много. Вот, и не знаю, что это было такое. Может, уже мусорка потом стала, когда сваливали здесь мусор. Вот, ну, по местности я так посмотрел, как стоят дымовые ямы. Здесь как раз вот именно место дома было. Ну, не знаю, мне здесь не понравилось тем, что очень много железа. Вот, в общем, всякая лабуда такая неприятная, которую копать неохота. Так что посмотрим, поживем, увидим. Пройдемся сейчас по ряду улицы. Вот, ориентируюсь я именно по улице, по дымовым ямам. И примерно выискиваю расположение дома именно вот, знаете, как по эстетике ставили дома в один ряд, вот, на определенном промежутке. Вот, так что будем ориентироваться сейчас именно так. Итак, ребята, вот он, порядок домов стоит. В этих кустах заложен шурф. За ним тоже имеется куст, где тоже заложенный шурф. И по соотношению промежутку вот еще один здесь кем-то заложенный шурф. Шурфили здесь, не знаю, насколько хорошо. Вот. Но по моим расчетам, какое расстояние между ними, здесь вот тоже должен быть дом. Вот именно в этих вот липах. Сейчас мы пройдемся вместе с вами. Будем прощупывать щупом, потому что там нету никаких признаков дымовой ямы, так что прощупаем, посмотрим. Итак, ребята, все-таки я был прав насчет этих вот лип. Здесь действительно что-то было. Вот сейчас я возьму
щуп и вам продемонстрирую, что действительно здесь в свое время что-то было, потому что щуп уходит прям буквально, сейчас я вам покажу, уходит прям свободно на полметра. Очень хорошо проходит. То есть полметра можно запросто здесь вот пошурфить. Но для начала я сделаю, что возьму металлоискатель и все верховое здесь вот прощупаю, все сигналы, и посмотрю на наличие именно сопутки, какая здесь имеется. И уж потом нужно браться за шурф. Так что сейчас попробуем. В общем, ребят, действительно здесь что-то было, но не знаю, может какой-нибудь жуткое зверье, он там сейчас что-то вопило, у меня аж мурашки по спине. В общем, действительно здесь что-то было, но походу здесь какой-то хоздвор или что-то в этом роде было. Поднял я отсюда сейчас железо тяжелое, какой-то вал, потом лемех, еще что-то. В общем, не будем здесь останавливаться. Сопутка здесь, как вы сейчас увидите, достаточно такая, знаете, неперспективная. То есть напильники какие-то, шестеренки, неинтересно. Возможно, рядом с шурфом, который я вам до этого показывал, это был жилой дом, а рядом был, наверное, все-таки хоздвор. Наверное, какой-то был фермер, тракторист, который именно здесь вот ремонтировал в свое время трактора. Вот. Почему трактора? Ну, сами понимаете, лемех, он и в Африке лемех. Именно находится там, где я его достал из глубины, где я предполагал, что домовая яма. Вот. Ну, возможно, сарайчик с погреком был здесь. Вот. Вон там он был как раз дом, разработанный шуруф, очень такой, знаете, большой. Потом какая-то вот яма, возможно, был погреб. И вот в этих вот местах, вот видите, свежая нарытая земля, лемехи были. Один лемех большой, один малый. Вот здесь шестеренка была. В общем, здесь вот тоже что-то, так, напильник, что ли. Вот. И, в принципе, здесь очень глубоко щуп уходит. Вот, как вы видите. Где-то, ну, сантиметров 40 точно. Вот, так что не будем здесь зацикливаться и пойдем дальше. Да, сейчас вот видите, здесь вот даже кирпича здесь предостаточно. Сейчас я вам покажу, какие железяки я здесь нашел. Ну а железячки у нас вот такие вот. Как я вам говорил, один большой лемех, второй, а какие-то фиговины железные. Я их взял, потому что они тяжелые, не оставлять же здесь. Возможно, металлолом, когда буду сдавать. И это тоже пойдет на металлолом. Так что перейдем к соседнему шурфу, и я вам покажу, что там творится. Итак, ребят, прошли мы буквально какие-то 15 метров, и рядом за спиной у меня имеется еще один разработанный, очень серьезно разработанный фундамент. Вот, зашурфились достаточно, как вы знаете, глубоко. Но я хочу сейчас еще щупом прощупать. Возможно, где-то небитое место есть. И вот он, как выглядит у нас фундамент. Очень довольно-таки такой приятный по сопутке. Кирпича очень много. Обувка. Вот. Осколки бутылочек. Вот таких вот. Свет 500. Интересно, такая бутылочка была. Вот, в принципе, как вы видите, бутылок здесь очень много. Очень много. Как водочных, так пивных. Значит, здесь хорошо зарабатывали денежки. А если водились денежки, значит, здесь были гулянки. А где гулянки, там и потеряшки. Сопутка, в принципе, хорошая. Вот такая вот расчески мне вообще нравится. Карандаши, ручки, горшочки я вижу. Бутылок достаточно много. Сейчас я просмотрю. Возможно, кое-какие бутылочки я с собой и утащу. Вот такие вот бутылки.
проходя старые фундаменты, я тоже собираю микстурные бутылочки времен где-то революции. Вот так. Но здесь расколото горлышко, к сожалению. Такое мы брать не будем. Вот здесь вот тоже стояли дома. Я там проходил. Но как-то что-то я не знаю, чем-то меня там не цепляет. Тем, что вроде дымовые ямы есть, а сопутка там вообще отвратительная. То есть ничего там интересного нет. Так что посмотрим сейчас, щупом здесь прощупаем. Сопутка, повторюсь, достаточно хорошая. Детская обувь. Так что я думаю, есть перспектива здесь вот просто посмотреть. Может быть, даже и верховые пошибать. Вот как-то вот здесь вот шурфили, а вот центр, походу, не тронули, что ли. Ну, сейчас посмотрим. Итак, ребята, иду я уже к машине по дороге. Здесь накатана какая-то дорога, не знаю, что с чем связывает. Вот, основная там деревня находится в той области, за лесом. Вот, а это не знаю, может быть, охотники или что. Но факт в том, что по этой дороге в свое время, оказывается, ездили лошадки. Вот такая вот помятая, большая, гнутая конина. Предмет конской упряжи. Так что здесь в свое время, 50, а то и 100 лет назад, все-таки ходили здесь повозки, скакали наши предки на лошадках. Ладно, идем дальше. Итак, ребят, дошел до машины и буду делать, наверное, обзор находок, которые я сделал. Хотя хвастаться нечем, все стандартно, банально. Между прочим, вот эти листа, наверное, надо все-таки пройти как-нибудь с друзьями, чтобы было побольше народу. Вот весь лесок этот нужно исследовать, потому что там в начале деревни, как мне староверы, которые здесь жили, общались со мной, говорили, что вон там вон именно тусовались бандиты, делили свою наживу, которую они здесь шукали, потому что эта дорога, я так понимаю, уходит в ближайшую деревню, на большой населенный пункт. Вот, так что здесь они промышляли бандитизмом. Вот, так что ничего сегодня интересного не было, но лес довольно-таки интересный, его нужно пробить. По находкам. Со старых шурфов я поднял вот такие вот бутылочки. В данном случае бутылка это была уксус. Вот это, я так понимаю, чекушка. Здесь, наверное, водочка была. И вот такая бутылочка, это у нас микстурная. Где-то период после революции и до советов. Советов 60-е. Вот так вот. Сейчас я вам покажу и монетки, которые я поднял. Стандартно сегодня ничего интересного. Единственная монета 49-го года, двушка. Это у нас 50-е, это у нас 60-е. И даже 70-е. Самая древняя монета, это 10 копеек 74-го года. Была вот такая пряжечка. Вот. Многие находки я не снимал, потому что ничего интересного не было в этом и не посчитал нужным. Но наковыряли вот так вот. Вот все с одного шурфа. Другие шурфы ничего не дали, потому что, ну, честно говоря, не умеют шурфить, и безобразно все шурфили, разбросали, раскидали, везде мусор. В общем, непонятно, как шурфят. Так что все, сейчас попрощаюсь и поедем домой. Итак, ребят, на сегодня я, пожалуй, закончу. Копали мы сегодня на одной деревушке, которая исчезла, судя по находкам, где-то в середине 70-х. Ну, в принципе, как мне и говорили, с кем я общался по поводу этой деревни. Вот. Ну, ходили здесь странные, как я в начале видео говорил. Здесь очень процветал бандитизм. Там в начале деревни даже было место, мне указали, что где они там в основном делили свою добычу. Вот. Так что сегодня
деревня бандитов нам ничего не дала. Вот шурфы банальные. Самая древняя, как вы видели, находка 49-го года. 50-е, 60-е, 70-е года. Но не всегда бывают чудесные шурфы. Бывают и такие вот стандартные, ничего особенного. Самое что ценное, это был пятачок 54-го года стоимостью 120 рублей. Остальные больше полтинника не поднимаются. Так что вот так вот шурфите. Вот, хочу сказать, шурфите правильно. После таких шурфов, которые я вам сегодня показывал, на них делать нечего. Мусор разбросан по всему шурфу. Неужели нельзя его сбрасывать в одну сторону? А это по всему шурфу разбросано, даже там, где не копано. И я, в принципе, такие шурфы не люблю добивать, вот, но иногда приходится. Но сегодня я изворчался, исплювался, плюнул на это дело, и закончу на сегодня коп. Так что вот так вот. Учитесь шурфить. У меня есть плейлист по шурфам. Там я иногда рассказываю довольно-таки интересные моменты, как, что, где, зачем и почему. Так что заглядывайте в плейлист «Все о шурфе», там вы найдете все интересное. На этом и закончу. Пальчик кверху за труды, за старания. И, конечно же, пишите комментарии, отвечаю всем, абсолютно всем. Пока и хорошего сигнала под катушку.